Мы находимся на выставке Household Export, говорим с нашими гостями, производители у нас в кадре. Алексей, расскажите, про что ваша компания и что вы собираетесь в 2019 году представить рынку, чем собираетесь удивлять? Мы занимаемся уже 20 лет на рынке под брендом «Алита», выпускаем посуду алюминиевую литую с антипригарным покрытием. В 2019 году у нас выходит новая серия, линия посуды «Браун». Это посуда с антипригарным покрытием «Флуон», которая имеет высокую степень и стираемости. Вот эту новинку, эту линию мы и хотим представить нашему покупателю, нашим будущим и настоящим оптовым покупателям. В основном на них мы нацелены. А расскажите чуть подробнее про технологический, про технологию, которая у вас используется, в чем ее преимущество или в чем ее конкурентоспособность? Технология, она, конечно, не нова. Сами отливки мы делаем методом кокельного литья. Потом механическая обработка изделий происходит и финишная окраска двумя или тремя слоями антипригарного покрытия. Вот новая линия «Браун», она будет покрыта антипригарной композицией трехслойной. И самый финишный слой, он с усилением минеральных частиц. Из-за этого такая высокая износостойкость покрытия происходит. С кем или с чем конкурируете? Есть ли аналоги и кто ваш ближайший, условно, кто вас догоняет? Да, конкурентов много, аналогов много. Сказать, чтобы нас кто-то догоняет, я бы не стал, потому что мы небольшая компания. Есть реальные гиганты, это Кукмара, Мечта, Нева Металл Посуда. Собственно, даже больше с них мы берем пример и стараемся соответствовать тем трендам, которые они задают. Но я думаю, мы делаем это достойно. Да, прекрасно, мы делаем это достойно. Хорошее окончание интервью. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями и партнерами.